Недалеко рассвет, недалеко рассвет.
Вот этот рассвет сейчас попадет. Все нормально, да? Ничего там не мешает другому. Вроде хорошо. Нас с ОМОНом не приедут. Сейчас проверим. ОМОН приезжает часто. Все, у нас свой есть. Приедем. Торжество. Тут можно похлопать будет. Давай. Сейчас. В начале, в конце, только не в середине. Торжество.
Распинная само небо.
моя любовь неба. Царство неба. Песня уже про гражданина этого царства неба, который уже там есть, действует и нам помогает. Вот мы в следующий вторник, в воскресенье, выступали в артели, там, в помощь храму сгоревшему. А потом Нина нам рассказывала, которая руководит артели, про чудеса, которые случаются, поскольку артерия находится под храмом святителя Николая, она рассказывала всякие чудеса, которые случаются, я у нас при помощи этого святителя Николая. И вот сейчас это будет песня как раз посвящаться именно святителю Николая, который нам тоже частенько помогает. Ну, в частности, помог написать эту песню хотя бы уж точно. Поехали. Сейчас будет дискотека. Yeah.
берет в один костер. Огни все братья, вы сестер. Никола, я чудо боец, пожарный фонарь. Звенит твой колоколец, рассветный лимонарь. И будет тем, кому дано посеять доброе зерно, небесный зов вложить в усто. И не убить себе. Покровитель этого места, поскольку, ну, там, это долго рассказывать, а времени у нас мало.